Заходи з нагоди увічнення пам'яті військовослужбовців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року біля будинку Верховної Ради України, оголошуються відкритими. Тоді поранення різного ступеня тяжкості отримали 68 військовослужбовців Національної гвардії України. З них 7 офіцерів, 4 військовослужбовці за контрактом, 57 військовослужбовців строкової служби. На жаль, 4 бійці Національної гвардії України загинули. Це Ігор Дебрін, Дмитро Сласніков, Олександр Костина та Богдан Дацюк. Ми вшановуємо пам'ять 4 українських воїнів, які загинули на бойовому посту, захищаючи державу, закон, гідність і безпеку громадян. Прошу вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Урочисте шикування, минута мовчання, шана нашим героям. И хочу обратиться к человечности. Каждого человека в этой стране, стране, которая воюет на два фронта. Один фронт на востоке, с тем врагом, который не скрывается. Другой фронт здесь, внутри страны, с пятой колонной. Я не знаю никакой политической целесообразности с тем, чтобы наши ребята в угоду раскачки каких-то политических проектов или интересов здесь несли свои жизни на алтарь. В тот день ранено было 120 человек, погибло четверо. Ранения были у гражданских и у полицейских, но больше всех у гвардейцев. Эти молодые ребята, которые здесь утром пришли, защищать демократию, защищать Верховную Раду, защищать то место, без которого нормальная жизнь в народе и в стране не может быть. Это то место и та институция, против которой воюют. Хотели бы наши враги, чтобы этого не было. Они пришли утром сюда его защищать. И погибли. В центре Киева. За 1000 километров от фронта. Я хочу, чтобы каждый политик, который организовывает такие мероприятия, помнил об этом и нес политическую ответственность. И нес ответственность не политическую, а человеческую. Перед каждым из нас. Перед родителями, которые здесь пришли. Перед вами, гвардейцы. Я думаю, что совесть и ответственность – это та категория, которая нам крайне важна сейчас. Для нас то, что произошло тогда, это была великая трагедия. И великое осознание. И поэтому сегодня мы приняли решение, что это будет очень правильно и честно принимать присягу впредь национальным гвардейцам здесь, на этом месте. На площади перед Верховной Радой. На месте, где ребята выполнили свой долг. Я очень хочу, чтобы та мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, не была одной из многих. Это доска нашего уважения и нашей памяти. Это доска напоминания об этих ребятах, которые заплатили за новый порядок своими жизнями. Слава этим ребятам! Слава Украине! Мамко ж моя,